Бросайте эту грязную. Жека, не кончите. Здравствуйте. Я ничего не знаю, я спала. В 2:30 проснулась, такой шум. Руками мотаю, чувствую, обои висят. Думаю, это что случилось? Дым такой в доме, оно пыль вот это все ж падало. Пыляка. Я сразу не сообразила. А тогда уже сын говорит: мама, ты там живая? Я говорю: да вроде живая. А что произошло? Он: да что, ты не видишь, прилет, говорит, был. Соседка одна погибла, умерла, другую в больницу забрали. Ну, остальные вроде все живы-здоровы. Под вопросом. Страшно, а как жить? Там же в доме все разрушено. Зайдите, посмотрите. Видно, вот сюда что-то попало. Я не знаю, что это. Или может рама летела как-то. Ну как она могла попасть? Нет, нет, спасибо. Угу. Чашка есть хоть какая-то? Вы спали? Ну, в принципе, 3 раза. Взрыв слышно было. А у нас именно один. А там дальше были потом еще два. Во время сна фильм ужаса, короче. Просто когда все рушится, когда сыпется на голову, все. И стекло. В кровати. Не очень приятно, конечно. Вот так. Мы живы. Лен, девушка, машина. Метр буквально.